Мне 10, и я чувствую себя ненужной этому миру. У меня круглое лицо, тонкие, грустные брови. Я самый толстый ребенок в классе, над которым все издеваются. Мне 12, и я осталась без бровей. Ты что наделала? В этот день я решила стать по-настоящему красивой, выщипав себе брови. Но стало еще хуже. Я закрываюсь в ванной и реву, смотря на свое отражение в зеркале. Теперь мамина косметичка – мое единственное утешение, и с этого момента моя жизнь начинает меняться. Каждый день я рисую себе брови и новое лицо, и, наконец-то, чувствую себя звездой. Мне 20, и я самый востребованный визажист Москвы. Я начинаю вести блог и вдохновляю девушек по всему миру. Сейчас мне 30, и я успешный предприниматель. Теперь мое имя – это бренд. Кто бы мог подумать, что боль детства превратится в дело всей моей жизни? Если ты смотришь это видео, то...